на рандомно проверку. Все присутствуют, блядь, трэш. Вы скажете, когда манна будет заканчиваться? Маны по хвалам. Пытаюсь. Следующего сагрю раньше сразу. Он противный. Там Мозеру просто отдать и надо. Рэндж. Мозера суманите для начала. Поздно пыльнул. Содорам. Нормально, блядь. Нахуй ты бежишь? РДД зону. Я убегаю. Рада Декерс. Чего? Где Керс? Он в рейде уже сидит. Где Керс? А, все четко, ну ему. Лужа сейчас будет. Отойдите. Кирс тут. Лаки шкаф поставьте, пожалуйста, пока ресы открывается. А, все. Абдорама лестница походит. Мазер пришел. Дайте ассистов. Раньше возьмите на всякий случай. Бить всех. Идите на рейндж. Босс, аккуратно не согни.
какой-нибудь трогом, пробегитесь по туннелю. Да сейчас там сдохну. Ну я на пол свел, сори. Если ж я на пол кину и пробегусь, то все побегут на кого-то, по идее. На того, на кого на поле. По идее, да, на идее вроде. Станьте, точнее, хилы желательно ко мне, чтоб на вас не побежали. Ладно, Лусен, лови тут на поле. Да хранит тебя свет. Дайонис. Бегут. Говорим. Держись подальше от Вуду. Все, трэш полностью. Этот Керса суманите. Кому-нибудь замены босс нужен? Я не знаю, что там с него падает. Я бы что-нибудь полутал. Сашка, можно, пожалуйста? Если кому-нибудь не нужен шмал с него. Ну, ноги падают, ручка падает, самые дорогие вещи. Ну, там поезд, еще что-то. А потом не надо тебе. Каратрез. Линкнул мне, короче, пиво, урон их по роботу. Метис 33 тысячи. А лок, на котором пиво сидит, 28 тысяч. Бандеролька, фурик, 26 тысяч. Бадей... ДК, по-моему, 23 тысячи, и Плум ДК 23 тысячи. Да тут же миродробить можно, в принципе, на мишку. Нормальная пуха вроде. Луцин, тебе надо что? С босса? Сейчас гляну. Тапки на сову неплохие. Ладно, кому с босса? Нарте, тебе надо что-то с босса? Мне ничего не надо, сразу писуй. Короче, Талдарам, тогда выходи, и пускай Вольт заходит. Да мне, в принципе, тоже не особо что надо. Ты Приста потанчишь, Коват босса, Вольт потанчит Шаман. Вольт, не принимай. Принимай. Похилам. Я вышел. Таларань. Хорошо, похилам, короче. Денчик на Войде. Тусуешься, хилишь Войда. Дополнительный хил. Бег у нас. Кто? Старик, спекаешься ты? Дальше. Этот. Старик хила дополнительно. Сидишь, короче, на кровати. Просто отец хилишь по рейду. Мямка страхуешь старика Денчика на кровати и на Войде. Все остальные хилы хилят по рейду. Сапроты обязательно. И этот. Сейчас хочу попробовать фигню. Сразу заберешь Луцинь на себя. Хилить Луцинь надо будет нормально. Заберешь сразу на себя двоих. То есть заберешь этого, блядь. Приста, и заберешь на себя ханта. По Присту играем, кливами сносим ханта.
А можно выдох? Ну, чтобы было понятно. Этот кават ты тащишь только одного босса. Плюс, если пет ханта появится, заберешь пет ханта еще. Да, а можно рыбку? Чем я могу помочь? А, стоит. А можно Войда с Талдарамом местами поменять? Сейчас поменяю. Персик. Я глаза протирал, извиняюсь. Чё, все тут? Дискорд вылез. По готовности. Можете пулять. Сила мне сидит, описывает, какие они охуенные ДПС. Где хан? Чё ханта не забрал? Агро. Сын, чё творишь вообще? Хилри. А чё Геру не дали? Геру дайте. Первый раз. А можно имя по немке? Тему свои поставьте. Сейчас уже этот приз закончит. Легче хилить. Все, погнали шамана бить. Да гниет. Вот сын там Мейнер закинешь. Кого? Фила. Кого меньше всего маны, тому кидай. Ну, особо смысл сводить к ним. РТД по боссу играйте.
Вот это ловите, ловите бот. Ну, Сэн заперебался. Чего уронили? 76к. Ближний бой, 72 и 80 сразу прилетело. Ну что-то босс бьет? Когда это не надо делать? Да надо, правильно. Ну там у нас какие-то проценты начинают сильнее бить. Чё страшно? Я сдох. Протопал там. Меня подняли, я сейчас заберу. Ямки нам. Да посплячка. Ладно. Да при этом морозил. Кого поднять? Битя. Кого? Держи-ка. Вот мяку убило, вот вопрос. Чем? Лучше не ходил. Атака ближнего боя, блин. А, ТТМ. Где прохил, прохил, блядь. Вот, поднимай, короче, пока тут нарцию, мяку. Только, блядь, прохиливайте их сразу. Нет. Серьезно? Где прохил? Опять упал. Забери. Ёбаный рот, нахуй. Я знаю, почему это. Босс, это зачем начали бить? Уже было. Да при чем тут? У него увеличивается дамаг. Там меньше 6. Сколько меньше 65 его опускаешь. Если живой этот самый. Кто он, блядь? Помощник егошки. Его увеличивается дамаг. Надо хуя процент. ПП еще нужны или нет? С драгоном. Не нужно. Я сказал, на сегодня ваша рейда кончена. Понятно. Давайте мы срез. В смысле, что, я рожь, что ли? Да нет. Для них на сегодня рейд, да. А-а-а. Их чё? Всё, ладно, я тут. Рыба стоит. Дай проверку. Старик, чего не хватает? Регенерируй. С кашкой готов. Все готово, на позиционку становимся. По готовности пуля. На пол пошел, как ходишь.
умер, может быть, женщина. Ну нет этого дебафа на увеличение звездана. Я посмотрел, на том поле был, сейчас нет. Там на 60% увеличивается урон. Там не вот этот вот баф? Нет, там еще один был. Четвертый. Ты из замеса зверя это. Вот этот был. Че вот этот? Дебаф был. Так охотник же уже мертв был. Херня, да. Ну был такой, там на увеличение урона. Ну 60% что-то. А, нет, сейчас найду. Картинки просто похожи. Скорее всего, да шамана какая-то херня. Он стакается, если не ошибаюсь, не? Так у них у каждого есть такой. Да, у каждого такой. У всех. Лёх, на 5 минут по работе надо позвонить. Тимыч, заходишь вместо Фарада. Этот... На Миказа начисли, старик. Тоже на Лока. Дам. Прони. Такс. Миродробитель, мэн. Думаю, брать, да? Ты будешь брать себе на Мишку? Давай.
Все, я войду. Надо дальше. А что, штаны не ролили? Что? На плейдинг. Там Рога на мейн забрал. Рога на мейн забрал. Намека за 500 и войду за пуху. Моники, да? Трэш пока чистим. Вот это трэш больше не этот не агрить. Маню все. Мне там отнимите 600 вы начислили, что-то за несколько боссов это. Только на свете пришел. Не ГП, ЕП же. Да не, нормально. В смысле, вагом ты про что имеешь в виду? Ну мы же вчера ходили. Здрасте. Мне тоже минус 600, пожалуйста. И лично мы днём ходили. Да. Ну у тебя КД висит? Ну у меня КД. У меня просто оно пропало. Ну да, у меня пропало КД. У меня пропала КДшка, ДВшная. Нету ДВшной КДшки за око обычку. Ой, у меня. Так это что, ХМ сейчас? Поехали. Тыкните. В итог пришел. А как такое может быть, у кабычка КД пропал? Нет, куда? Охуеть. Это типа с нуля три босса опять надо бить, да? Че, тебе плохо? Ну. Лишний кусок ты опять. Да, круто на самом деле. Можно и побить. Вечером мало. Я, наверное, знаю, как можно сделать. Эрл не должен в инсте находиться. Ты что, Эрл? Все гораздо проще. Что, Данчик, будешь ходить круглосуточно каждый день ока? Событий.
Утром ДВшником сходил, помог. Вечером основной состав пошел. Кстати, тут... Будь у меня вчера. Босс. Что это такое? Иди, отверни, босс. Тряшка. Кучно все стали еще. Да, вы, блядь, убегаете. Привет. Сейчас стоим на месте. Там отрываемся. Ёпта. Ну что там урлоки через 2 секунды? Я знаю, о ком-то и говорю. В мишку с танка отрываемся. Для того, чтобы вы, блядь, не сдохли. И все. Вот. Некоторым это не доходит. Мишку там. Дали вам размах, ударить. Чисто теоретически мои босса так можно убить. Чисто. Да. Будем пробовать. Есть. Эти способны, которые... Еще блоки. Я пойду на минутку, звонит. А вы на ком? Марагрим. Волна тут. Пока на этом, на Морлоке. Че, может, пускай отводит, да, ну, только Морлоки остались. Вот. Нормально. Да, вот, прибав, сляжем. Ты просто ждешь. Ну, смотри, убей. Что делаем? Там. Ложимся. Давай, диван. Я по себе создал. Трэш зачистит, все вещи станем, побудем по баху. Проки будут сразу с пола. Там может кому-нибудь из скиллов спекнуться. Нямка, спекайся, Валяма. Я просто старик там в этом времени. В жестре. Старик телес. Блин, персики уже на срезку стоим, док ствол. Все равно это будет летать на эти серны. На следующем боссе машите. Можно джипса, пожалуйста? Похилит этот. Задать. Баф. Рыба. Кто на боссе? На боссе ты. Вот Тимыч. И Луцини, вы на трэш. И Мишки. Пекать путь. Ну да. И Мишки. Я думаю, три придержат нормально. И ловить вам будет нормально. Кулака нет. Череп на джипс. Мазерс. Можно интеллект бахнуть? Ясно? Проверку ждаю. Бафу дайте. Mm-hmm.
отверстие. Все, зашли за пилара. Потом. Да поглотит вас пучина вод. Веру пустил. Друзья, мурлоки. Мурлоков точно в бас. Сегодня по боссу. Говорил, что станет летальным. Без разницы, кому правда. Бог. Кому нет. Больше прижали. Как Хан с Хутаном улетает. Рогу, если что, там свободный мишка.
Уже не подводить, да? Да, да, да. Шманно. Это начислил старые шаману отец за шею. Бафни им лед. О, а в тюлени. Ряснул, нет? На. Все, все. Не напишите теперь. Вот он, вот он. Чтобы это мог другой человек управлять, да, вот так? Есть, что тут? Зажимают деньги на работе, суп.
большой. Пер, смотри. Ты ж как пят бежит. Раньше, раньше. А сакро отдал? Смотри. Он прыжок. Видишь? Нормально. Второй идет быстрее добивать. Отбегай. Это монстр херачит. Как это тебе ты можешь быть? Возьмите ренжу, не пропадет. Прямо медведь быстрее плавает. Охуеть. Такая. Да я просто сдох, вот он. Никита, сделаешь с этими... А, уже сделал. Давай. Баф, 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 быстрее. Умоним. Да, нямка, ты в рестор. Старые, начисли за босс сразу. Потыкайте. Старик Валемок. Старик Валем. Перекур будет после этого босса. Три убьем, пойдете ссать, срать и жрать. Также до 5 саков перевожу и держу, пока кто-то не сдохнет. Да, если что, на подстраховке воет и лучше. Воды. А можно СС на всякий случай? СС на случай товато. Это первый. Ну, на вайсе разомнешься, да. Этот. Вот бафчики, бафчики. Даю сейчас боковату. Уже кто-то другой дал. Старик, как готов будешь, скажешь. И стойте в одной плоскости, в ту сторону переводят. То есть, если боссы переводят сюда, сейчас. Если боссы переводят туда, значит ты. У меня было вайпа. Касается РДД тоже. Едать? Ладно, поехали. Кухилер. Так. Где он может? Пока второй, сейчас третий будет. Три. Четыре. Под пятый переводи. Перевожу. Хорошо. Мишки, да, все в эту сторону. Кинул. Поехал. Трэш.
класс играю, даже параллельно с... Ревностного нет. Плохо там стал. Четвертый вроде. Четыре. Перевожу. В одну в этот зашли. Жестко. Двадцать стандартов. Там уже. Третью ревность нет такого. Пятый. Веду. Перебегите. Сколько гимна мана? Босса добивается. Спек. Вал спек. Я на мейн. Приказ. Слышь, короче. Дэш. Со второе. Мейн. Кет, мэнс. Цейн, Войт, или я путаю? Чисто ж 800.
Так, на лаз там. Кому лаз? Не надо было друидов. Это что плясует? Это что-то сказали, но не слышно. Кому босс не нужен? Кто согласен, Тим? Высокорожденные. И, наконец, для нас настало время занять в мире место, положенное нам по праву. Кого он там говорил? Луцинь 800, а еще кто? Трэш, меня слышно? Сейчас, да. То есть это Трэш, 5 минут перекур, можете покурить, пока там самонимся, еще что. В туалет сходи, покурить. А что, 800? Ты говорил Луцинь 800, а еще кто, что? Я рейд перетасовал, по-моему. Цинь 800 и это, Намиказа за кольцо. Я не знаю, сколько там оно стоит. 389 или сколько? Угу. Проведите последние два, пожалуйста. Старик, даже в шмоте хила неплохо надамажил. Да я половину шмота хила и три, у меня одна была хиловская. Я вообще охуел. Нормально, что надамажил. Маны нихуя не было. Это называется нахуя тебе шмотные лемы. Так можно. Конечно, не на это. Лёха, я вчера на 12-й позиции на аварию был, при том, что у меня было кольцо безграничной удачи и такая же шея. И этот, я вот подумал, ой, может просто сделать свои 5 копеек нахуй. На половину, короче, лема, на половину хила. Будет где-то дамажить, где-то хил. То есть одну тренинку на хила, одну на элема, там, допустим, шмот не стираешь. Ставлю перерыв, Лёх. Да, ставь. Лёх, мне... пока что. Мне пить сопрот. На разбойнике. Хотите жить? Пить. Не хотите? А. Хотите сдохнуть? Можете. Распределять людей не буду, будете импровизировать. В плане дамагеров, в плане хилов. Можно мне обратно на замену туда? Посмотрим. Я тоже второй раз прилетаю, надо, на замене походу тоже надо плюсовать, да, чтобы на ней остаться, просто я не понял.
Генерал там и что? Здесь куда? Бока? Поживем, увидим. С нуля. С нуля. Это будет жестко. Это что жестко? Лучше тех, кто сегодня вечером будут, руки размять. Вчера уже вроде тайминги все подучили, ДПС подрос во всех. Все идеально делают. Единственное, что осталось пару нюансов. А ты меня... про гер имеешь в виду? Да. Поменять хилов где-то. Плюс там по отдельным людям, которые не выполняют свои задачи, пройтись. Просто вот идем первую фазу, на вторую фазу, у меня такое ощущение, все, мозг отключается у некоторых. Не забывать, что надо делать. А ДДшнику сколько минималка? Ну, он ДПС скидывали. В любом случае ДПС. У Валара плюс вторая фаза. Вот. После девятого места, после людей на часть. ПС 12-4. Такое от 18 плюс. Гена будет. Планета уже после учебы особо. Планета как на Эликс херачит. Плюс Кирш сказал, что руки это вытащил с пинга из дамажа. У Кирша просто нету стимула. Когда Гена есть в рейде, тогда у Кирша стимул. Ну просто он знает, что ему пизды дам, поэтому и старается. Когда Гена Кирша раком называет, сразу Кирш начинает дамажить. Этот, вчера Гена, короче, самое веселое, знаешь, что было? Пришли, блядь, еле до берсы успела. Последняя пула уже, блядь, это полторы минуты там до берсы, блядь. Вот так, ну, вот как я тебе писал, да, пытались сделать? Да, да, да. Войт, кстати, тут нет? Понимаешь, вот это мы... Все нормально делали, просто у нас по чуть-чуть люди отваливались, банально из-за чего там. Где-то, допустим, кто-то с диспелом заслакал, жену положили, да? Где-то кто-то рос сорвал, грубо говоря. Ну, за мелких нюансов люди по чуть-чуть этот. И плюс потом у хилов мана заканчивалась, и они просто не могли прохилить этот рейд. Смотри, там просто... нужно это, блин. Вы пробовали сливать первого без гера? Не, мы не про... Ну, блядь, там то же самое выходит. Не, ну, типа, смотри, момент-то какой. Если мы не успеваем за 10 убивать, нужно стопать и, ну, добивать еще 10, взрывать. Шкаф ставьте, если... Потому что, ну, это... Они потом по воздуху пойдут, и их не законтролишь таким образом. А там все нормально. Типа вот эти 10 мобов, которые после первого были, да, они по воздуху шли, мы их всех слили. Мы вайпнулись уже на следующую десятерых. Но это все равно, типа, нужно стопать, так будет проще. Не, ну там
Нормально, 10 мобов мы слили, которые были, типа, по второму. Ну и как бы на следующий взрыв ты уже должен стоять у второго. Что-то либо под 20, надо короче зайти, да? Не надо. Да я проколы покидаю. У вас, по-моему, full wins. Портануться надо, да? Намикадзе, выйди. Кто там, Намикадзе, выйди. И Вайт, выйди. Дайте портал, Долоран. И кто стрим может подключить? Локи, Делорус. Не принимайте само. О, один может принять. Спасибо. Девка, принимай. Так, рыбу ставлю. Луцень тоже принимай. Так. Не приходит, еще раз кинься. Кидаю сейчас. Ну, вот если прям сейчас кинул, то не пришел, и я релогнулся. Вот сейчас кинул.